Первый матч в новом году. Какие эмоции от того, что ты наконец вышел на поле? Эмоций всегда много, особенно я не только первый мяч года, но уже почти 2 месяца я не играл. Я скучаю очень. И, но самое главное, я всегда говорю, это не результат, это возвращай на поле и получай удовольствие. И у нас пути еще долго на сбор. И у нас есть много что-то исправиться. И мы должны это знать хорошо и стараться очень быстро, чтобы мы к своей форме игровой и кондиции физической возвращать на самый наш уровень. Расскажи, как эти сборы прошли для тебя. Ты сначала работал по индивидуальной программе, затем уже начал вместе с остальными вратарями трудиться. Вот сейчас первый матч. Расскажи подробнее, тяжело ли было вот поначалу набирать кондиции? Ну, первый сбор, я думаю, это самый тяжелый всегда, потому что после отпуска очень тяжело, ты начинаешь опять все снова, и, конечно, энергии много есть, но тело тоже должно опять привыкать к работе. И, конечно, как я был долго без тренировки по поводу воспаления на мой акил, мы решили так, чтобы не сразу начинает нагрузка, и потихонечку возвращает на поле. И так была, и у меня было успешно, потому что у меня все хорошо, я хорошо себя чувствую, это самое главное. Болельщики обращают так или иначе внимание на результаты контрольных матчей. Они для нас не самые утешительные, не самые позитивные. Вот что можно сказать по итогам этих матчей? Насколько план на игру был выполнен? Ты находишься все-таки в команде, даже если не играл. Вот что можешь сказать нашим болельщикам, которые сейчас все-таки немного критикуют команду? Ну, как я говорил, самое главное – результат. Сборы – это для чего? Для того, что мы готовы к сезону. Результат должен быть в чемпионате. Конечно, результат не очень важен, это не самое главное. Но мы должны тоже посмотреть, как мы, как команда реагирует на поле. У нас нельзя хватать эмоций, нельзя хватать желания. И насколько сегодня я видел, у нас была команда на поле, которую хотят, которая эмоция была все. И поэтому это пути. Должно терпеть, потому что мы все тоже устали. Мы каждый день тренируемся 2 дня, 2 раза в день. И я 100% чувствую и уверен, что в конце сбора наша команда будет на уровне, который мы должны и мы можем.